Говорит и показывает MTV. Лови удачу, вы смотрите, и сегодня я бросаю вам вызов. У нас снова буква Ш первая. Очень сложная буква, и я решила проверить, на что же вы все-таки способны, друзья мои. Денег, как всегда, много, и я уже жду любое первое слово на букву Ш, состоящее из четырех букв. Главное, чтобы оно было из четырех букв и начиналось на букву Ш. А дальше что вы там назовете, что вам в голову придет, мне уже не важно. Дайте старт моему шоу, а дальше мы уже продолжим, впишем все остальные слова. Думаю, что будет много денег, много победителей, как всегда. Буква очень и очень сложная, я понимаю. Поэтому я принимаю абсолютно любые, даже самые крейзи варианты. Дайте старт моему шоу, и для первого победителя вот так вот халявные 3000 рублей. Буквально ни за что. Только дайте мне ответ, который будет из четырех букв. И первая буква Ш. Да, буква сложная, я согласна, но я бросаю вам вызов. Докажите мне, что вы можете придумать какое-то слово. Ну и посмотрим, что будет дальше. Есть игрок, алло, алло. 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 Здравствуйте, ваш ответ. Шило. Если вдруг шоу закончится, а вы так сидите и растерялись. Люди, выручайте ситуацию. 18 тысяч забирайте. Только вы можете спасти сейчас ситуацию, только вы со своим вариантом ответа. Ай-яй-яй. И время летит, как птица, улетает, все, скоро уйду я отсюда. Я напомню, кстати, вам, что я работаю в прямом эфире, сейчас прямой эфир, игрока еще нет, и вы можете забрать 18 тысяч рублей. Меньше и меньше времени до конца этого шоу. Давайте, давайте, подумайте, что сюда может подойти. Я начинаю жестокий отсчет. Надеюсь, что вы успеете. Так, ну, приготовились, да? Мобильные телефоны есть в руках? Значит так, 10. И 9. И 8. Неужели первый раз в истории моего шоу вот такое случится, и никто не прорвется? 3 человека. Я вас поздравляю, с вами была Даниэлова Маргарита. Всем спасибо за игру. Что ж, до свидания, увидимся потом. Пока.